Если партнер поставил, допустим, я начал 12 минут дико. Партнер поставил щит, я могу добавить руки и еще раз ударить. То есть не знаю, что он поставил щит, значит все, на этом моя комбинация закрыта, он ничего не сделал. Если бы он бы сделал бы внутренний утик, это другое дело, ну внутренний, да? Он бы перебил меня, я бы, допустим, мог бы пошататься здесь. Или если сделал отработку на подхвате, да? Или бы сделал на следующий удар. Здесь от этого тоже надо принимать саму отработку. Больной ничего не сделал, значит, может быть, если он подхватил ножку, да-да-да, поэтому меня останавливает. Если, допустим, первый щит, я провел комбинацию, и теперь он подхватил, все, видите, он все закончил, да? Понятно, да? Ой, блин, извините, это ты. Да ничего. Начали. Видел, я пускай. Нас короче собраны еще раз. Ого, вот так, сюда слева. Поснимайте, ну. Отсюда с рабочей. Чуть пониже можно бить. Вот, хорошо, бить. Через джеб. Хорошо, левый. О, хорошо, у тебя шутка была затушка. Вот, широковато, через правую ручку. Вот, молодец. Правое, левое кресло. Вот, хорошо. Через руку правое. Резко. Вот, хорошо, молодец. Мидл вертушка пошел. Вот, хорошо, узко. Здесь отсюда. Вот, отлично, в челюсть. Нормальный вариант. Вот. Меняли ножку.